Жители дома на улице Победы 4 обратились в администрацию города по вопросу отопления в квартирах. Теплоснабжение подано, но температура в комнатах недостаточная. Представители администрации, ТСК «Мосэнерго» и депутаты выехали на место, осмотрели чердак, подвал и квартиры. Как оказалось, теплоноситель проводит тепло в дом, но из-за завоздушивания системы оно не доходит до батарей в жилых помещениях. Мы попробовали спустить воздух на чердаке, да, батареи стали теплыми, и мы понимаем тот алгоритм действий, который должны сделать ТСК и управляющая компания для того, чтобы наконец-то в этом доме появилось тепло. И сегодня вот было обещано, что сейчас ТСК поднимет давление, а управляющая компания возьмет на контроль, чтобы убрать из батареи воздух, прогнать, скажем так, систему. Депутаты и администрация города взяли на контроль вопрос с отоплением в доме. Напомним, с начала октября в Химках специалисты поменяли 1,5 километра поврежденных сетей. В 275 домах провели развоздушивание инженерных систем. В 55 устранили утечки на теплотрассе. Еще в 37 домах заменили насосы и запорные арматуры. Ремонтные работы бригады ведут в круглосуточном режиме. Для решения вопросов в сфере теплоснабжения работает оперативный штаб под руководством главы округа. Также в Химках открыта единая горячая линия по приему заявок по вопросам отопления. Елена Тараненко, Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.